Будем сейчас разбирать мои грулины против на чемпионате. Короче, первая или вторая игра. Фейс тренировался год в Альфе. Погнали, у меня рез здесь. Он сверху. Я отдал мигу. Забрал ракету сюда, пока все правильно. Сейчас неправильные действия делаю. Мне надо было идти наверх, я пошел сюда. Телепорт и здесь еще дэмэйдж дал. Но это хуйня полная. Еще нет, дэмэйджа не попал. Сейчас опять херню делаю. Он мог меня... Бомбу взяли. Шафт. Теперь надо на красный пиздавать. Либо задержать как-то. Сейчас за счет бомбы надо прессинговать. Уже не успеваю на красный. Пиздец, хуй ту делаю. О! Ладно, сейчас размен. Он много попал, мог убить меня вообще. Посчитал следующие минут 15. Слышу над собой. Ага. Пизда, не. Бомбу. Ой, хорошо, бомба спасла. Врыв! Здесь повезло. То, что я на красный прям встал. Здесь аптечку надо забрать. И вниз падать. Блять, обидно. Крушу, ебать, я шафчу. Я мастер шафта, никто не знал. Очень много шафта попал. И быстро, быстро. На красный. Пизда. Все, на красный ворваться, два рогана попал. Полтинник. Ждать армор. Давай, давай, Коленька, беги. Так, он не умеет считать. Сейчас надо джампад. Здесь аптека, да. Бомба появилась. Патроны на роке. Хорошо. Сейчас в одно время появляется мигает красный. Он на мигу не успел. Успел. Хоп. Сверху ракетами забить на желтом. Сейчас желтый появится. Пиздец, опять мельчешу. Неправильные действия. Бомбу, бомбу, бомбу. Просто так кинул руки. Руки, блядь, что-то нахуй. Уходят влево-вправо. На полтинник надо. Тяжело. Полтинничек, Николашка. Хорошо. Сейчас появляется здесь армор, потом появляется мига. Рокетджамп, Николай. Хуету делаешь, блядь, мига. Отлично, он лоханулся. Красная. Все, позицию занял. Вся карта моя. Попасть ралган. Да ладно, он идет нападать, у него все вообще плохо. Отлично. Поебало, поебало. Здесь драться, убить, убить. Плохо попадаю, плохо попадаю, руки джал. Хорошо, здесь аптечка. Ой, точнее армор. Патрики на красный сразу же. На красный, Коля, хорошо. Сжечь, 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 мало попадаю, очень мало. Ну, отлично. Мига лежит. Оп. Здесь убить на шафте. Хорошо. Армор шаф ждать. Шаф ждать, ебаный в рот, нахуй. Хорошо, ладно. Шафта нет, здесь можно убить. Одну попасть. Одну рылганьку, ебаный в рот. Хорошо, добить. Блять, молотоносца включил. Какая выдра, а? Нарлган. Га. Красный. Пока все четко делаю. Убьет. Красный отдал, посчитал 25. Но... Не туда пошел я. Надо было на полтинник идти. Все, мне пизда, наверное, сейчас будет. Я жду, что не даю шафт ему. Оп, полтинничек. Здесь армор. 25, я понимаю, то, что красная сейчас. И мига в одно время, короче. Хорошо, ракетка нужна.
Не попал стандартный. Уёбывай отсюда, Коленька. Ракету, хорошо. Вверху армор не забрал. Ошибка, блядь. Сейчас он наломится на меня. У меня бомба еще есть, в принципе. Но он здесь лоханулся с красным. Ебать, смотрите, как человек играет. Он ебашит целыми днями, нахуй, и отдает просто красный. Просто так дарит. Жесть. Умейте считать, блядь. Плюс 25 хотя бы посчитайте, нахуй. О, ебать, ракета, папа. Шафт. Мало попадаю. Хорошо. На красный быстрый телепорт. Неправильное действие делаю. Надо было в телепорт заходить. Хорошо. Сюда. 150 шафта. Посчитал армор, то есть следующий надо. Оп. Бля, не попал, сейчас будет рваться. Бомба, бомба, Коленька! В пизду кривые руки. Ебать, он меня нашафтил. И недавно говорил, смотрите, у меня был полный контроль, 150 там на 150. И я одну ракету промахнулся. И это, к слову, то Вуду, то, что говорит, надо рокет фиксить, а шафт надо прибавлять. Вы что, ебанули? Смотрите, как шафт сбривает. Вся красная, Николаша. Отдаем мигу, по идее. Хорошо. Неправильный выбор оружия. Ой, очень много уебываем. Сейчас меня найдут. Да. Блять, уебываем. Очень много попал. Хорошо. Из типа выпадает 15 армора. Ой, 15 хп, кто не в курсе. Тяжело. Сейчас полный контроль карты. Сейчас надо, короче, размениваться. Кто не в курсе. Разменивать красный на мигу. О, хорошо. Вот так подлавливать. Это, к слову, тем типам, кто говорит то, что контроль сложно перебить. Всегда есть определенные тайминги, где вы можете, блядь, разменяться по миге или по красному. Здесь я неправильно сделал. Надо было уходить в телепорт. Но я сделал хуйню, я отдал фраг бомбу, взял. На красный. Хорошо. О, видите, какая хуйня. И мы сейчас в одинаковых условиях. И тут три ракеты в ебло. Вот так. Сейчас надо позицию мне занять на красном. Здесь ошибка, ебать. Точнее, не ошибка, сам себя подбил. Все, на красный я уже не воруюсь. Другой бы поломился. А, не, иду на красный. Чуть дуло попал, халяву. 5 секунд надо ждать. Спам. Хорошо. И опять, видите, размен. А если вы не. Если вы, короче, будете жадничать, пытаться все забрать, у вас будут фраги халявные отдавать будете, из-за этого будете паниковать. Оп-оп. Бомбу, бомбу, Коленька, блядь. Почему я бомбу не кидаю, бля, ошибка пизда детская. Хорошо, шал зашел, кое-как. Не успею на красный, скорее всего. По таймингу. А, он здесь. Значит, успеваю. Неверное действие в игре у Фейза. И поэтому я забрал опять всю карту. И остается тут голден фраг. Там, вы видите, полоска. Оп-оп. Надо давить, надо искать. Похуй на этот. Ну, теперь уже надо было, блядь, на желтый идти, Коля. Спешу, спешу. Мозг атрофировался. Красный даже не забрал. Сразу, блядь, иду на мигу. Вот видите, какие действия я делаю. То есть красный никуда не денется. Он в этой карте, в этой части карты. А так он мог забрать мигу. Вот здесь я, блядь, красиво сыграл. Я же даже кайфую то, что я так сыграл. То есть я отдал красный. Потому что он в любом случае он на красный не придет. Он в этой стороне карты.
И то есть я сейчас забираю Мигу, скорее всего, пойду в телепорт или как. И все. Да, захожу в телепорт, и теперь у меня опять контроль. Вот так-то. Пользуйтесь фишками ее. И надо убивать. Шафт, Коля, шафт, блядь. Сзади армор желтый. Почему я его не взял, хуй его знает. Ой, бомбой въебло. Его аж скинуло вниз, такая халява. Пиздец, а я на желтый не пошел. Ладно, хуй, сейчас мига. Надо убивать, надо искать. Он и сам идет. Драка, 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 драка. Попасть ралган. Пиздец, он мне попал. Аккуратно, Коленька. И он сам идет на смерть. Да. Поверил в себя. Опять перестреляли на 400. Фронтир. Фронтир это почти как ЗТН уже. ФПС вот мало, блин. На нахуй. Посмотрим, что я тут такого исполнял. На этой карте очень сильно решает ралган, сразу говорю. Прям очень сильно. Если ты попадаешь много с ралгана, сопернику твоему будет, ой, пиздец, как сложно. Так, нормально респаун на ралгане. Да, на ралгане. Нихуя себе, хорошо. Вот, смотрите, никогда так не делайте. То есть вы точно не знаете, где соперник резница. Если вы появились на ралгане, встаньте его на ралган, постойте 2 секунды. Если он на мигу не придет, то заберете спокойно мигу. И все. А так тип, смотрите, побежал просто на мигу и отдался. Ну это тупо, блядь. И вот он опять бежит, смотрите. Просто так, блядь. И вот этот тип считался типа топом в Quake Champions. Прям пиздец, прям топ-топ нахуй считался. Ебанулся. Я в ахуе от таких действий в игре. Сейчас он появляется на ралгане. У него нет шафта, я это понимаю. Каждая пушка резается 5 секунд. И вот он просто бежит. Зато попадает как ёбнуться, как чит. 4 релгана попал. 4 нахуй. Вот смотрите, 4 релгана попадал, и действия от него никаких не поступило. То есть это видно сразу то, что соперник ебантяй. То есть он попал 4 до релгана в меня, я ему в ответку ничего не попал. То есть у него уже больше. Любой австралопитек это должен был понимать и просто убить меня. Вот он наламывается и убивает. Как такое, блядь, произошло? Ёпта, 3 ругана не попал. Да. И все, теперь надо бежать, блядь. Я за шафтиком. Не решаю, просто бежал, блядь. И теперь мои действия. На, нахуй, опять попадает. Все, уже дальше не ворваться. Здесь армор хорошо, что лежит. На красный его. Но он на красный не идет, попадает мне еще дэмэджи, ёбнут. Сейчас. На красном респаун, молю. Да, на красном респаун. И то есть, опять у меня дает шанс. Сейчас на миге драка. Я первый взял, повезло. То есть, он вообще никак не может закрепиться на карте. Он бегает по карте. Здесь красный я отдаю. Забираю шафт. Я понимаю, то, что у него нет ралгана. Сейчас надо идти на ралган. Все, пиздец. На полтинник попал, отлично. Сейчас здесь армор. Даже можно не считать. Потом мига, потом красная. То есть ему сейчас надо уёбывать на красный. Он сам себя загнал, получал дэмэджа. 2. И я забираю сейчас красный, пойду его вунш-пунш делать. Он сам пришел, блядь, отдаваться, ёпт. Но это, блядь, Джек, ёпты.
теперь я отдаю на ракете армор. Забираю этот армор. И он сам бежит просто. Смотрите, насколько, блядь, человек глупый. Ну реально, это ненормально. И это топ-топ, ёпта, типа. Теперь можно даже опять не считать, надо забирать шафтик. Сейчас появляется красный. Я понимаю, что он там, он здесь появился. Красный никуда не денется, можно сделать фраг. Я зажал его. Забираю мигу сначала, потом иду опять на красненький. Надо ралган забрать. Я сейчас хуёво поступил. Надо было, короче, упасть вниз, забрать ралган, потом пойти за красным, а потом вернуться на ралган. А сейчас я ему отдал на ралган, и то есть он может мне опять напопадать. Пушки отдал ему. Одну попасть, Коля. Хорошо. Второй не попал. Здесь армор, потом красная. Бля, ебать он рейлит. Ебать он рейлит. Ебать, 4 опять попал. И смотри. Еще мигу мне придется отдавать. И он даже туда не бежит на мигу. Пиздец. Хоп. И сейчас он неправильное опять действие делает, то есть он опять напопадал мне рейлов, и он забрал мигу, и он должен, ну, как бы, любой тип, то есть можно добивать спокойно, потому что у него полный контроль. И армор есть. И он пошел за тем еще армором. Он хотя проигрывает по фрагам, и пока он идет за тем армором, он не успевает уже по таймингу на красный. На, еще 100 нахуй. Остановили эти 100 и на красный мой. Глупое существо. И теперь у меня есть шанс, блядь, на миге его пиздануть. Сейчас заберу вот этот армор, скорее всего. Не, он больше попало. И все равно умер. Ралган обязательно. Он, я понимаю, то, что он там, мне незачем рисковать. Я выиграю по фрагам, забираю этот армор и на ралган. 5 секунд у меня есть, сейчас ралган должен появляться. Ралган появился, он заходит в телепорт. Банку почему-то я, блядь, не кинул, нахуй. Повезло, повезло. Просто так, блядь, бежит. Веща красный мой, мигаю его. Оп. Чисто выигрываю из-за более... Не из-за стрельбы, не из-за чего, из-за более правильных действий. Ебать, он попадает. Даже с шафта. Не держу ралган. Пизда мне. Оп. И сейчас на ракету надо бежать. На правую, да? Он забирает красный. Сейчас будет драка на миге, наверное. Ебать. Столько дэмэджа попало ему. Оркиджам, Коля, на аптеку. Бля, неправильное действие сделал. Надо было Оркиджам сделать на аптеку. Забрать аптеку большую, потом пиздить его. Давай, давай, давай! Кое-как на паклями убил своими. Опасность. Хорошо, сейчас будет опять, наверное, размен от Коля. Ты будешь ждать ралган, блядь, 5, вот эти 6 секунд. Хоп, блок, смог, нормально. Пизда, пизда! Коля, беги, 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 Коленька. Хорошо. Сейчас буду размениваться. Нахуй. Откуда он там стрелял? Какой просышь. И смотрите, попал ралган, и у меня все, уже ничего нету. И отдают мне красный. Бля, тупоголовик нах. Я по съебкам уже. Ух! Ебать, я шафта Гарикина включаю. И теперь я буду ждать красный.
А потом драка у нас на минге произойдет, наверное. Насколько я понимаю. Сейчас еще вот этот подберу, чтобы ему не достался. Вот такого не должно быть, то что 150 армора, хотя бы просто, ну, давайте не будем прибавлять армор, так и быть, потому что Ролган 60, 70, 80. Но хотя бы, чтобы забрать его можно было бы охуенно. Сейчас драка на миге, наверное. И он первый взял, вот, смотрите, пинг на лицо. Я уже 100 раз так говорил, и это так она работает. У кого пинг меньше, тот вперед и заберет мигу, если вы прям на миге ровно стоите, и он и ты. Вот так это работает. Вот это пинг, вот это ебаный пинг, это 100%. О, даже я сейчас это говорю, нихуя себе. Потому как он всегда берет первую мигу. Без армор. По низу именно. Почему по низу? Потому что если ты поверху побежишь, он может с окошка тебя кыль. Вот, он так и сделал, окошко, блядь. На. Здесь надо блочить. Ой-ой-ой, размен. Человек вообще не умеет считать. Стреляет, блядь, как богиня из аура. А считать вообще не умеет. Неправильный выбор оружия у него. И да я должен его разъебывать. Шафтом, шафтом, коренько. Ебать, хорошо, прекрасно. Прелестно, прелестно. Забрал, и сейчас будет драка. Ебать, я попадаю. Жесть. Почему так всегда не могу попадать? Здесь опять Ролган забираю. Шафт на полкилометра достает. Хорошо. Красный опять забрал. Давай, красный лежит, Колем. Хорошо. Красный лежит. Он на шафте. Релган забрать. Попку. Бля. Забрать и мига. Блядь, не успел секунду, Коленька. Беги, 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 маленький. Блять. Неправильно я сейчас поступил. Неправильно сейчас сделал, Коля. Надо было, блядь, не вниз падать на шафт. Надо было сейчас на красный бежать. Похуй. Там он не забрал аптечку, блядь. Он побежал сразу на красный. Надо было полтинник забрать ему, а потом на красный бежать. Он полтинник не забрал, из-за этого сдох. Как-то так. Блять. Ну если ты такой игрок, нахуй, как. И вот этот тип что-то мог, блядь, кого-то отпиздить там в Quake Championship. Вообще просто всех хуярил. А тут он. Да... Ну, опять же, стрельба. И смотрите, опять, что там перестрелял на 400, что здесь на 500. Короче, полный пиздец. Это ненормально так играть.